гармония для меня это очень близкий родной дом, очень близкий родной коллектив, как музыкантов, так и, конечно же, маэстро Тимирканова и тех людей, которые работают в административном, так сказать, блоке. Ну и вообще с первых шагов, когда ты переступаешь порог этого святого здания, ты попадаешь в такую удивительную намоленность, в котором нет, ну, может быть, какие-то единицы в зале в мире, где есть такое, такая аура, и сразу ты попадаешь, ты не можешь ходить там сгорбленный, ты не можешь, зайти туда в грязной обуви, ты не можешь там, ругаться, ты не можешь там, плохо о ком-то подумать. Ты попадаешь в храм, храм искусства, действительно. Большой зал филармонии – это райское место, это, я бы сказал, терапевтическое место. В этом месте люди одухотворяются и, на мой взгляд, лечатся. Лечатся от разных проблем, которые у них есть в жизни, есть. Они лечатся от негатива, который идет отовсюду. Это храм, который человек выходит оттуда совершенно на другом уровне и интеллектуальном, и моральном. Вот для меня это такой, момент излечения в этом храме, он огромен.